Начнем выпуск с довольно крупного ДТП на улице Воровского. Там столкнулись семерка, Ford Mondeo и Toyota Land Cruiser Prado. В этой аварии 3 человека получили травмы. Далее подробности. Это случилось в воскресенье около 7 часов вечера напротив 103-го дома по улице Воровского. Кадры ДТП зафиксировали очевидцы. По предварительным данным, водитель «Жигулей» 7-й модели врезался во встречный Ford Mondeo. После первого мощного удара классику откинуло на попутную Toyota Land Cruiser Prado. Сильнее всех повредилась «семерка». Правую часть буквально расплющила. Немало повреждений и у «Форда». У иномарки выдрано колесо и несколько элементов кузова. Левая сторона пострадала и у «Тойоты». Как сообщили в ГИБДД, в этой аварии травмированных трое. Это женщина-водитель «Mondeo», а также водитель и пассажир «Жигулей». Медики оказали пострадавшим помощь. По словам очевидцев, ДТП могло произойти из-за неправильного расположения «семерки» и «Тойоты» на дороге. Возможно, водитель ВАЗа думал, что едет по своей полосе, а он был на встречной. По факту аварии полицейские проводят проверку. Сергей Пичугин, место происшествия.